Махат – это пуштун. И у власти был Наджибулла, который был также пуштун. Я этому вначале не придал значения, когда еще с самого начала, как только сказали мне, что я буду готовлюсь в полет с афганцем, Абдул-Ахад подошел ко мне и говорит: «Командир, полечу я, и не думай, что кто-то еще». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Потому что я пуштун». Как выясняется, Маман знал, что говорил. Советское руководство в результате делает ставку на национальный фактор. Так большая политика превращает простого парня из бедного села в первого и единственного космонавта страны.